Всем привет, с вами Матвеева Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Перед нами виноград, сорт Юпитер. Саженец я высаживала в ведро, и так он все лето в нем рос. Надо было подсыпать землю. Тут вообще просто листья, даже не земля, а листья. Вот хвощ даже взошел. Ну, в общем, он так рос, не особо ухоженный. И вот я делала на нем же воздушное укоренение. То есть вот так коробочку к стволику прикрутила и насыпала туда рыхлую землю. И вот он дал корни. То есть сразу получается два саженца. Что сейчас можно сделать? Можно высадить также в ведро и убрать в подвал. Так как лоза уже созревает, можно высадить на постоянное место. То есть что я буду делать? То есть из одного саженца два. Можно было таких укоренений сделать по стволу несколько. То есть два или даже три. И вот он, все, готовый саженец. Сорт Юпитер. Я его хотела развести побольше. У меня на данный момент высажено три. И вот еще два я посажу. Только не знаю куда. Сейчас буду думать. Все, всем пока.